Березовый уголь. Из березовой коры получают особый древесный уголь. Лечебные свойства коры передаются и березовому углю. Его используют при повышенном газообразовании, метеоризме, желудочных коликах, отравлениях и в иных случаях, это аллергия, повышенная кислотность. Принимают по чайной ложке порошка 3 раза в день, запивая водой или смешивая его с водой. Как природный сорбент, он помогает справиться с избытком холестерина в организме, отравлением паразитами токсических веществ, используется как профилактическое средство онкологии, предотвращает зашлаковку организма и даже помогает при лечении сердечных заболеваний. Березовый уголь часто входит в состав аптечных препаратов для профилактики атеросклерозных изменений кровеносных сосудов. Выпускается он в виде порошка, который необходимо развести водой до состояния взвеси и выпить. Березовый уголь используют для очистки водопроводной воды, чтобы сделать ее пригодной для питья. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.